Всем привет, дорогие друзья! По заставке вы поняли, что сегодняшний будет эксперимент дрель против шарика LOL. Мы сделаем много дырочек в нем и посмотрим, что же станет с куколкой, аксессуарами от вот такой дрели со сверлом. Итак, давайте начнем. Просверлим первую дырку. Ох, ничего себе, попали вот сюда. И нормально просверлили. Давайте прям в дырочку вот эту попробуем. Как-то прям сверлит все сильно. Батареечка. Во, ничего себе. Все просверлили, представляете? Выпал уже какой-то пакетик. Давайте попробуем мощности прибавить. И еще посверлим вот здесь, например, внизу. Так, сейчас я сменю аккумулятор, похоже, разрядился, и продолжим. Заменил я батарею, продолжаем наш эксперимент. Сверлим вверху дырочку. Смотрите, как классно просверлилась дырочка. Сверлим вот здесь. Достаем. Так, давайте попробуем. Нет, куколку не будем сверлить, вот здесь рядышком просверлим. Так. Теперь вот здесь. Как вам такой эксперимент? Что-то необычное, новое, да? Что же произойдет с нашей куклой? Очень интересно. Что-нибудь с ней случится? Или она останется целой все-таки? Как вы думаете, ребята? Сейчас проверим вместе с вами. Так, ну давайте еще... Не знаю, сделаем пару дырочек и уже будем открывать и смотреть. Думаю, достаточно дырок мы насверлили. Так, давайте вот здесь сделаем. Вот здесь. Так, еще где бы нам просверлить? Давайте вот здесь. И сделаем, давайте, вот здесь еще дырочку. Так, ну и последнюю дырочку здесь мы сверлили. Здесь тоже. Давайте вот здесь просверлим. Так. Итак, давайте посмотрим на шарик. Сколько, смотрите, много в нем дырок получилось. Со всех практически сторон. Итак, посмотрим, осталась ли куколка в порядке. Ну, на всякий случай, для эксперимента, все-таки давайте вот здесь еще одну просверлим дырочку. Точно, чтобы убедиться, что дырочек мы много насверлили. Итак, снимаем варежки. И будем сейчас открывать шарик и смотреть, что же произошло с нашей куклой. Снимаем первый слой. И смотрим. Здесь вот такая стикер-подсказка. И в ней дырка. Ничего себе. Снимаем второй слой. Смотрите, какой дырявый весь шарик. У нас здесь даже все мы просверлили. Ничего себе, мы с вами строители какие. Снимаем последний слой. Так, даже, по-моему, не было подсказки. Так, открываем. Так, смотрите, бутылочке повезло. Она осталась целехенькая, мягенькая. Так, сбоку у нас здесь ничего нет, какой-то пакетик был. Открываем сам шарик и смотрим, что же там у нас в итоге получилось. Так, шарик весь рассверленный, одна половина. Так, что еще у нас тут? Ушки, смотрите, с бантиками, целые. Платьишко. Целое, чуть-чуть мы его поцарапали. Смотрите, вкладыш наш весь пострадал. Кусочек шара в нем. Давайте попробуем открыть. Но мне кажется, у нас ничего не получится. Итак, смотрите, ха-ха. Так, и второй вкладыш тоже. Весь погрванный, подгрызен. Ничего у нас не получилось. Держатель целый. Так, ботиночки у нас улетели, наверное. Не знаю, где они, ботиночки. Сейчас я их поищу. Я их заметил. Они вот, они в шарике были. Так, один ботинок есть, вот он. А второй куда делся, непонятно. Возможно, куда-то отлетел. Ну, ладно, первый ботинок целый.
теперь смотрим саму куклу. Ребята, смотрите, куколке не повезло. Мы прям в ней, в прическе, просверлили вот такую вот дыру. Смотрите, раз дыра, и вот здесь, похоже, тоже во лбу и дыру. Тоже мы просверлили. Конечно, забавно вот так было бы одеть ее, покрутить, но не будем. Так, смотрим на тельце. Тельце не пострадало. Давайте соберем. Так. Оп. Прям плотно. Не хочет даже залазить. Обрала я куколку нашу. Смотрите, как она выглядит. Давайте оденем сапожки. Я, кстати, нашел, он упал. Платьишко. Так. Мы очень много дырочек просверлили. Я ожидал худшего, но, в общем, эксперимент удался, и куколка даже особо не пострадала. У меня такие куколки есть, так что не переживайте. Она не представляет коллекционной ценности. Конечно, ее жалко, она очень симпатичная, красивая. Но у нас был эксперимент, ребята. Такая мягкая теперь голова мне попалась, даже ушки есть золотые такие. Но ушки не подходят из-за ее прически. Итак, даже мы просверлили еще подсказку. Итак, дорогие друзья, сегодня был эксперимент. Просверли куколку Лол. Подписывайся на канал, если не хочешь пропускать новые эксперименты. Также пиши в комментариях, как тебе этот эксперимент, как тебе вообще эта куколка, идея. Ставь пальчики вверх. Увидимся, до новых встреч, good morning, friends. Пока-пока.